Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Так, подождите, прошло уже там сколько, 5, 6, 7 дней после Нового года, уже мы в новом 2021 году, и я бы хотел сказать только одно. Спасибо Кириллу Парфенову за то, что он оформил спонсорскую подписку уровня Делорензи, она стоит 1800 рублей. Спасибо ему за это большое, вот вы его там где-то видите, там аватарку его, может быть какие-то вот эти вот все прочие вещи. Ну все, наверное, это вот, я просто хотел, знаете, вот так вот еще раз сказать о том, что вот, есть такой человек. Человек, оформляйте и вы спонсорскую подписку. За 50 рублей вы уже сможете смотреть мои самые лучшие, самые новые, самые непревзойденные сюжеты одним из самых первых вообще людей. Поэтому, ну, разумеется, вам нужно все это оформить, все это сделать. И чтобы все у вас было, так знаете, хорошо, нормально и правильно. Так вот, к чему я все это вообще рассказывал? Ну, то это, разумеется, не относится. Это просто благодарность человеку за то, что он оформил такую подписку. Вы тоже там можете зайти, посмотреть, что дают вообще уровни подписок, там есть, знаете, уровень Данил Геррера, Брулев, Делорензи, есть, по-моему, даже уровень Никто за 7000 рублей, то есть он дает вам ничего, то есть вы его покупаете и все, он у вас есть все привилегии предыдущих уровней, но за этот уровень у вас ничего нового, как бы, ну, нету и, типа, как-то так, да. Так вот, я выпускал новости, которые идут, там, знаете, по 4 минуты, там, может быть, по 5, может быть, еще по сколько-то минут, и знаете, в чем дело? Там была вот какая-то одна такая новость, и все. То есть, я рассказывал об одной новости. Я подумал, вот за все то время, пока я рассказывал обо всех вот этих вот новостях, я же типа... Я много новостей пропустил из Life Mobile. То есть буквально там за 5, за 6 дней я все пропустил. То есть все то, что там выходило. Поэтому давайте сейчас вот в таком, знаете ли, большом выпуске новостей я все новости отсмотрю. Все вообще обсужу, что там происходит у людей. На вот всех вот этих вот проектах начну я где-то, наверное, я не знаю, с декабря, может быть, 30-го. Потому что, по-моему, я вот с той поры перестал чекать все эти новости. И, наверное, я вот... я плохо, скорее всего, поступил. Я не знаю, зачем я все это сделал, для чего, зачем, нафига. Ну, а давайте сейчас мы обсудим все те новости, которые вообще там были. И нужно, чтобы, типа, у всех все было хорошо. Разработчики Барвихи продолжают добавлять скины с героями популярного сериала «Полицейские с Рублевки». Знаете, очень странно. При том, что вот недавно выходил обзор у Bad Comedian на полнометражный фильм, там, «Полицейские с Рублевки», что-то «Новогодний беспредел», то все, 5-10. Я посмотрел тот обзор, настоятельно рекомендую. Также рекомендую посмотреть обзор на Владислава Павлова, мой, это уже мой обзор, он идет 2 часа, там 5 минут, это последний обзор вообще, который вы можете посмотреть, все, то есть больше обзоров не будет, заходите, смотрите, ставьте лайки, дизлайки и обязательно пишите комментарии, вот. А по поводу этих скинов, ну типа, вроде бы неплохо их сделали, я тоже смотрел там, знаете, «Полицейских с Рублевки», это неплохой такой, знаете, русский сериал, и в целом, ну мне нравилось, я посмотрел, по-моему, там, я не знаю, 2 сезона и все, то есть, это сколько там уже сезонов навыходило, я не знаю, да, в общем-то, и знать особо сильно все это не хочу, и, наверное, не буду, типа, меня ж никто не заставляет, свободная же у нас страна все-таки, кто ж меня может заставить, там, знаете, что-то смотреть, что-то вот это вот все делать, зачем, для чего, нафига, непонятно. Флин Мобайл показали еще один спидометр. Напомним, что они задумали сделать кастомизацию спидометра прямо в игре. Ну, типа, крутой спидометр, молодцы, классно сделали, мне не особо нравится, если честно, то есть, ну, он какой-то блять, то ли его растянули, то ли еще с ним что-то сделали, я не особо, вот мне вот это вот лично, как-то вот спидометр не особо, Флин Мобайл, Флин Ролиплей, вроде нормальный проект, насколько я могу знать, кто там, я не знаю, держатель, основатель всего этого проекта, я что-то тоже сейчас особо все это пропустил, вроде мне кто-то что-то скидывал там на основателя, на держателя, говорит, сделай ролик, он там что-то эту хуйню какую-то творит, я особо не разбирался, был занят, там вот это вот вся, знаете, предновогодняя суета, все вот эти вот прочие вещи, поэтому я что-то прям вот это прочитал и такой подзабил на все. Думаю, ну, типа, суета и суета, ладно, то есть он что-то делает, что-то он на все прочее воспроизводит, все, то есть мне особо, я не знаю. Новый дизайн лаунчера на Флин Мобайл. И тут, как бы, ну, показан дизайн лаунчера. Обычно я бы посвятил, знаете, этому дизайну лаунчера минут 8, но тут я хочу просто сказать, что, типа, ну, он сделан, ну, нормально, то есть он обычный. То есть такой лаунчер, какой, наверное, есть у всех, которые до
должен быть у каждого проекта. То есть они же особо сильно друг от друга не отличаются. Какая-то, знаете, цветовая палитра, какие-то вот эти вот все прочие решения в этом плане, типа, и все. Ну, нормально вроде. Я не знаю. Ну, вроде нормально. Вроде хорошо, отлично. Вот можете посмотреть, тут есть прямо, по-моему, все вкладки со всего этого лаунчера. Вот, типа, ну как вам? Вот, то есть, ну, мне кажется, что это обычный лаунчер вполне, то есть ничего выдающегося нету. Но в целом, как такой, знаете, заход в игру, да нормально в целом. Просто я таких видел уже миллиарды, триллиарды, и вообще хорошо, если они все это сами сделали. Может быть, еще у кого-то там, знаете, подрезали всю эту идею. Там же как, одни воруют у других, потом другие у третьих, третьи пытаются повторить за теми, кто своровал до этого. Ну и какая-то вообще залупа полная происходит, там лично для меня непонятная абсолютно. На Flynn Mobile ввели очень интересную систему против DM, ну то есть Deathmatch, если мало ли кто-то не знает. Заключается она в том, что если вас начнут атаковать, а у вас нет возможности отбиться, то система отправит за вами в наблюдение свободного администратора. И кстати, вот это же замечательная система, типа она же очень крутая. Почему раньше? Почему раньше вот нечто подобное не ввели? Разумеется, нужно, чтобы там, знаете, администратор был свободен, чтобы он успел среагировать, чтобы он, видимо, там, знаете, успел зайти, но в целом, типа, ну это круто. Типа, если вас задемят, то вот этого вот пидораса, который там, блядь, начал стрельбу по вам, ну его сразу же, типа, посудят, посадят, и типа, и все, и будет сосать он хуй. Типа, ну это круто, это замечательно, отлично. Молодцы, что вот нечто подобное сделали, реализовали. Вот прям такое, мне кажется, должно быть на большинстве GTA самповских серверов, если вообще не на всех, а вот такое сделали тут чуваки и сделали все это в мобилке. Ну прям, знаете, мое почтение, молодцы Flynn Mobile, чуваки, вот прям красавцы, ребята реально делают круто, звонко, четко, по красоте, молодцы. Барвиха показала новое авто, а именно Ford Raptor. Ну типа, я не знаю, Барвиха это как бы дочерний проект Saint-Tropez Roleplay, только в КРМП. И лично мне, я это говорил уже миллиарды раз в 2020 году, в 2019 году. И вот сейчас, понимаете, в 2021 году, то есть это звучит уже как, знаете, какое-то будущее. 2021 год. И в этом году ничего не поменялось. То есть мне все так же не нравится GTA KRMP. А уж GTA KRMP на Android мне не нравится и подавно. Но сама моделька вроде как сделана неплохо, в отличие от той, которая была, допустим, на Brilliant RP, когда там вот эту вот оранжевую всю ахинею, блядь, сделали, принесли нам. Мы смотрим, такие думаем, пацаны, вы что, серьезно? Вы серьезно? Вот это вот все, вы серьезно все это выпустили, блять. Вам как не стыдно-то? Ну это же, блять, это как вот модный словарь вот этих людей-то, блять, это ж кринж. Самый настоящий, это стыд, блядь. Ты смотришь, думаешь, Brilliant RP, вы как такую хуйню допустили-то, а? У меня был ролик на эту тему, я говорил, мол, блядь, Brilliant RP, вы сделали полную хуйню, полную залупу, и непонятно, для чего вы все это сделали. Я вот прям не знаю, зачем, для чего, нахуя, кому это все выгодно, я не понимаю. Смотрите, какое поздравление с Катей Самбукой выпустили Black Rush для ютуберов. Почему нам так не поздравляют? Почему нас так не поздравляют, наверное? Я хочу сказать, что я посмотрел это обращение, пиар-менеджер Black Rush, я с ней общался, замечательная девушка, женщина, мать, все синонимы вот этих вот всех слов можно еще привести. Типа, приятное, достаточно круто, мы как-то все, да, все они зовут, она все зовет на Black Rush, я что-то все как-то говорю, типа, да я ж на резоне, да я что? И она пишет, и уже даже, знаете, как-то отказывать-то неприятно, а она все пишет, и ты думаешь, блять, да что ж я за человек-то такой, что же это такое? А вот если бы я там, знаете, уже в 2020 году стал ютубером Black Rush, то это обращение вот этой вот всей Кати Самбуки, оно бы еще и мне пришло, то есть оно бы еще мне адресовалось. Замечательно, она там, знаете, стоит такая вся, мы поздравляем вас, Black Rush. Она еще так, знаете, картавит, интересно, вот картавые люди, вы знаете, есть люди, которые картавят, так, знаете, приятно, прям, что ты можешь их слушать бесконечно, есть люди, которые картавят максимально противно, хуево и вообще непонятно. Катя Самбука картавит, мое почтение, как картавлю я не знаю, могу ли я со стороны себя послушать. Слушайте, мне кажется, что нормально. Но опять же, все это решать людям, которые меня, наверное, смотрят. И такие, типа, ну да, ты картавишь неплохо. А вот Катя Самбука, она, ну типа, ну тоже неплохо картавит. Все неплохо картавят. Все люди вообще молодцы. И замечательное обращение. Опять же, хочу сказать, замечательное. Лиза, по-моему, зовут пиар-менеджера. Она молодец. Вот прям так, знаете, поздравила. Интересно. Причем я думаю, что Катя Самбука много не запросила за вот это вот поздравление минутное. Ну, неплохо. Ладно, хорошо. На Brilliant RP
вышло зимнее обновление, в котором добавили зимнюю карту, а также уйму новогодних квестов. Бриллиант РП не так давно успешно вроде как открылись. Многие люди начали мне писать, что, мол, это говно, мы ждали не этого, мы ждали не того, сделай на это ролик. То лагает, это не работает, это идет по пизде, модельки хуевые, все хуево, блять. Мы заходим, все вылетает, поиграть невозможно, админы пидорасы, там все вот это вот прочее. Мне все это пишут, но я смотрю, и в целом вроде как у Бриллиант РП все нормально, за исключением вот этих вот проблем. Те проблемы, которые мне сейчас пишут, но это же типа какие-то временные трудности всего этого проекта. Я уверен, что в будущем они все это исправят, и большинство людей, которые сейчас говорят, мол, это пиздец, это говно, на этом невозможно играть, я уверен, что они, вот так знаете, более-менее в нормальную сторону свое мнение изменят. А может быть и нет, то есть кто я такой, чтобы за людей решать, в какую сторону они вообще изменят свое мнение. Я в том-то и дело никто. Hyundai Sonata на Барвих. На Барвихе РП, на Барвихе, там, знаете, поста 31 декабря, то есть даже, вот, знаете, в праздник, казалось бы, в Новый год, люди трудятся, не покладая рук в этом самом Life Mobile, и просто такие, вот, Hyundai Sonata. Я не знаю, что мне это должно дать, я ненавижу машины абсолютно, то есть прям, вот, знаете, в реальной жизни ненавижу машины, в играх ненавижу, вы там, знаете, водить машины за рулем, сидеть. Вот вертолет и самолет прикольно, да, машины мне прям, значит, не особо нравятся, типа, вообще, пиздец, какая-то залога. И вот, то есть, и какое может быть у меня отношение ко всему этому, я не знаю. Может быть, потом я еще изменю свое мнение по поводу машин, но на данный момент я их прям вот ненавижу и, если честно, права бы сдавать не хотел. Но это так вот, знаете, между нами. Новый район на Барвихе. Вид с мини-карты. Барвиха — это опять-таки проект, ну, вы уже знаете кого. Вид с мини-карты, ну, похоже, кстати, на член. Вот, я вот самое первое, что увидел, то, что они тут показали, то, что они тут выложили, вот оно похоже, в самом деле, на половой член мужчины. Вот, то есть, я, может быть, у меня какие-то странные ассоциации, я не знаю, но это в самом деле похоже, возможно, вы прям, я не знаю... Возможно, вам так не кажется, но вот тут еще, знаете, какую-нибудь посередине вот дорогу сделать, такую проходящую через всю эту хуйню, и прям вылитый член будет. Вот, я не знаю, кто-то тут увидел мозги разработчика, кто-то тут увидел прочие штуки, я увидел тут ПЧ, скажем прямо, вот, ладно, неважно. Идем дальше. Новая рулетка на Flynn Mobile. Бронзовая, серебряная, золотая. Мне кажется, где-то я уже все это видел, но мы не будем говорить, где я все это видел, потому что я до сих пор помню, как Flynn Mobile сделали неплохую систему против ДМа, чтобы там, знаете, никто не мог ничего сделать вам и нам, и остальным людям также, чтобы никто ничего не мог сделать неплохо. Tesla Model S на Online Russia. По-моему, недавно открылся такой проект, как Online Russia, его тоже там какие-то люди ждали, тоже там какой-то ажиотаж более-менее был, люди заходили, говорили, вот сейчас поиграем, вот сделаем то, вот сделаем это. Если честно, не знаю, что у них по итогу получилось, может быть, они поиграли, может быть, они там разочаровались, может быть, наоборот, им понравилось, я не знаю. Новость, кстати, от 1 января, уже, кстати, нашего 2021 года, в котором мы сейчас все с вами и живем. Ну, типа, Tesla и Tesla. Я не знаю, что я должен говорить о машинах. Типа, ну, моделька, ну, такая себе, мне не нравится. Хотя, может быть, в игре она будет выглядеть нормально, но в данный момент мне она не особо нравится. И, типа, это мое мнение. Вот, это прям мое. Вы, как бы, можете не соглашаться. Или соглашаться, я не знаю. Парализатор на Black Rush будет добавлен в государственные фракции для оглушения преступников. И тут уже есть какие-то скриншоты, там типа пистолеты, парализаторы, там CJ стоит, стреляет из него, из парализатора какая-то вылетает штучка белая, ну, типа, видимо, отсылка на что-то, или нет, не знаю, но ладно. Кстати, в комментариях многие пишут, типа, парализатор для свиней, вернее, человек такой ввел в гугле парализатор, а там вот парализатор для свиней. Забавно выходит, забавно получается, это намек какой-то, или что это такое, не особо, знаете ли, понятно, но ладно, наверное, или нет. Проект, который позиционировал себя как GTA 5 Mobile, переребрендился на жизнь в России GTA 5 Mobile. Походу будет что-то типа GTA 5 Rush, только как оно будет реализовано, пока что неизвестно, но дизайн прикольный. На самом деле там какая-то очень мутная история, есть проект одного человека, проект этого человека — это, блять, проект человека, который управляет Flame Mobile'ом, и
по итогу это была его группа, по-моему, и сейчас она ребрендилась вот в эту вот хуйню, потом GTA 5 Mobile вообще убрали, и сейчас, по-моему, это просто группа проекта, сервера, прочих вещей. Бля, я... Очень сложная хуйня. У Just Dan, по-моему, что-то выходило, или он что-то мне писал. Я не... Бля, я надеюсь, Just Dan потом все это пояснит, потому что у него видеоролик вышел, по-моему, вот в конце декабря, я уже не помню, что там было. Пересматривать сейчас лень, потому что я все вот так вот озвучиваю. Чисто мои эмоции первоначальные. Первое, то, что я вижу, то, что я увижу, то, что я увидел и так далее. Ну, или нет. Не знаю, в общем, проект, да, вот такой GTA 5 на телефон, полная залупа, хуйня, и сразу всем было понятно, что вот ничего подобного не будет. Новые авто на Барвихе, которые уже доступны на 5-м сервере проекта. Модельки, конечно, полная хуйта, но это скриншот с телефона. На телефоне, типа, все это сделать достаточно сложно. Тут есть Hyundai Solaris, Lamborghini Y, Porsche Macan. Пиздец, ну и хуета, ну и залупа, друзья. Я, кстати, пиздец, в Lamborghini Urus. Это, конечно, блядь, мне когда друг написал, что вот тот транспорт, который я обозревал тогда, это Lamborghini Urus, я думал, он смеется, потому что, блядь, чё, это типа Urus, блядь, как какая-то уринотерапия, блядь, какая-то урина, блядь. Кто вообще так может назвать свою машину? Чё за пиздец, тем более это же Lamborghini. Блядь, зачем, нахуя, для кого? Непонятно, если честно, но, типа, имеет место быть, чё мы осуждать будем? Не, осуждать мы не будем. Новогоднее обновление на Барвихе уже доступно на всех серверах проекта. В этом обновлении добавили 13 новых автомобилей, 7 квестовых линий, а также новый поселок. Ну, типа, добавили и добавили, ладно. О Black Rush немного иные понятия про Bugatti, пишет Live Mobile и прикрепляет скриншот, типа, Black Rush, таргетированная реклама Bugatti Veyron, а там на самом деле какая-то русская машина, я не разбираюсь в машинах абсолютно, блядь, это какая-то, я не знаю, как она называется, боюсь сказать, чтобы не ошибиться, чтобы мне не сказать, типа, ты чё, долбоёб, это, блядь, не девятка, это нахуй семерка или что это-то, я не ебу, чё это, блядь, как эта машина называется, как понять, блядь, сзади, вообще не сзади машины, блядь, все похожи, я не ебу, блядь, девятка, семерка, 85-я, блядь, я пиздец. В 2020-м рекорд Samp Mobile был побит несколько раз. И, блядь, что за интонации? В 2020-м рекорд Samp Mobile был побит несколько раз. И мы решили провести небольшой опрос насчет лучшего проекта прошлого года. И, разумеется, в голосовании победила Black Rush, и я за нее проголосовал. Сказал, мол, Black Rush крутая, потому что они меня звали снимать, а остальные проекты, по-моему, меня тоже звали снимать, но я, типа, такой, не знаю, вообще, в меньшинстве оказалась онлайн Rush, вслед за ней идет проект, по-моему, Андрюхи Сукре Samp Mobile, и потом, по-моему, идет Flame Mobile, ну, такое себе, типа, чуваки, старайтесь, нужно как-то выходить уже, знаете, на другие рынки. Golden Roleplay представили будущий форум, как вам? Что это такое? Вот я читаю все, я думаю, блядь, что это такое? Какой Golden Roleplay, блядь, откуда они берутся? Что это за проекты? Что это, блядь, за сервера? Какие, блядь, Golden Roleplay? Я первый раз его слышу, блядь. А они еще и форум, блядь, представили, что это такое? Пиздец, блядь, ну представили, блядь, мне похуй. Охуй, ладно. Что это за проект будет? Давайте я даже зайду в группу. Что это, блядь, такое? Самп на Android, блядь. Ну, понятно, ладно. Все ясно. Больше ничего не хочу думать, слышать, так далее, делать. Вот. Опять пост с Golden Roleplay. На этот раз они написали, вот, Life Mobile написали, типа, M, а Golden RP Mobile, GTA Самп на Android написали, технические работы восстановлены. Ну, типа... Ладно, и тут в комментах написали, мол, ошибка, успех, окей, вот, ладно. Скины Бастера, Twitch, 1,5 миллиона фолловеров на Black Rush. Намек на новую медийную личность на проекте. Ну, знаете, у Black Rush там дохренилиард серверов, дохренилиард всего этого, я так понимаю, денег. Потому что донатят люди, наверное, много во все это. И, соответственно, я не знаю, смогут ли они взять будет. Да не, мне кажется, что какая, блядь, намек на новую медийную личность. Просто добавили скин, потому что, наверное, я там, не знаю, смотрят его стримы и такие, типа, хотят, чтобы вот скин был... Вот, там какой-нибудь разработчик, основатель, все прочие чуваки настояли. Мы хотим, чтобы у нас был Бустер, Бастер, все прочие люди. И вот добавили его. Ну, типа, отлично, круто и замечательно абсолютно. Барвиха заказала рекламу у популярного фудблогера Ванзай. Я, если честно, сам смотрел этого Ванзая. Иногда, когда он там, по-моему, сникерс готовил, когда он там что-то пиццу
делал, у него, блядь, ролик, я просто, я, возможно, они знают какой-то секрет, который не знаю я, почему вот у каких-то GTA Samp ютуберов ролики такие пиздец какие насыщенные, блядь, у Ванзая ролик пиздец какой насыщенный, блядь, и прям вот это вот всей теплотой отдает, почему он так, блядь, шо, кто это все смотрит, зачем, у меня, блядь, глаза вытекли после минуты, наверное, просмотра и GTA Samp-овских роликов, и роликов, блядь, Ванзая, но они до сих пор продолжают, блядь, такой насыщенностью вот все эти превью свои, все вот эти вот свои ролики, блядь, делать. Чё это за пиздец? Зачем, блядь, что? Для чего? Я, может, какой-то секрета, блядь, не знаю, или что? Может, если я тоже, там, знаете, насыщенность ролика подниму, то, блядь, у меня просмотров будет, там, 500 миллиардов. Будет такое? Нет? Могу я на это рассчитывать? Или что, в самом деле? Типа, а зачем они это делают? Просто, я, может, они ёбнутые какие-то? Я не знаю. До этого так делал реактивный GTA-шник, потому что, ну, типа, наверное, это реактивный GTA-шник. Ему можно. А сейчас-то что происходит? Чё это за пиздец? Это новый Кадиллак Матрёшки. На Матрёшке, наверное. Который идет вместе со скином Мандельштамп. Типа, пиздец. Вот это вот, знаете, популяризация, популяризация, объективизация, все вот эти субъективизации, блядь, все вот эти вот прочие вещи с Моргенштерном. Я уже заебался, блядь. На каждом проекте ебучий, блядь, этот скин Моргенштерна, блядь, этот Кадиллак. Ну, пиздец, блядь, ребят, ну чё это? У вас настолько, блядь, умственно отсталые дети играют или что? На той же Аризоне, блядь, скин этого Моргенштерна, блядь, это вообще просто позор какой-то, блядь, в самом деле. И они добавляют нахуя, блядь. Для чего? Я не знаю, блядь, я опять какой-то секрет, может, не знаю, может, блядь, если я буду не в скине сутенера, там, знаете, на Arizona RP ездить, а в скине Моргенштерна, то, может, что-то изменится, блядь, просмотров станет больше или что, я... Ну, я не... Вот такое чувство, что здесь какой-то заговор, блядь, действительно, все что-то знают, блядь, один я, долбоёб, сижу, нихуя не знаю, как это по-другому объяснить, я не знаю, чё, блядь, то они, блядь, ролики делают сверхнасыщенными, то они, блядь, от этих Моргенштернов, Мандельштампов, сука, лепят везде, чё происходит, суки, блядь. Чё вы делаете такое? Ну ладно, неважно. Вход в лунопарк на Балвордх. Проект с картой игры Бали, но на движке GTA SA. Это, видимо, первый сервак в GTA Underground или что, я типа не особо понимаю, очень странная хуйня какая-то. Ну ладно. Mordor Roleplay купили рекламу у популярного летсплейщика по GTA 5 Joey Spin. 1.33 миллиона подписчиков. За сутки видео набрало практически 300 тысяч просмотров. И типа некоторые пишут, типа 300 тысяч просмотров это мало, но это дохуя на самом деле. И типа... Ну, это я не знаю, что это, блядь, летсплейщики откуда-то понавылазили, блядь, откуда ж они берутся, все эти 1 330 000 подписчиков. Я, может, просто летсплейщиков не смотрю, но я на ютубе, блядь, 2013 года, всех знаю, на всех подписан, блядь, Лололошка, там, блядь, Бендерчат, все остальные, Юзя, Гагатун, блядь, все пацаны наши слева направо сидят, кто это такие, блядь, Джоя Спин, блядь, чуть-чуть название, нахуй. Ладно, забьем хуй. Сразу видно, таргетолог Black Rush за Mercedes. Ну, типа, тут скриншот, мол, быстрее выбирай свой спорткар BMW M9. Вот, и типа, намек на то, что не нравится, вот, людям, я не знаю, там, BMW, Mercedes людям больше нравится. И мне тоже, на самом деле. Вот я в машинах не разбираюсь, но даже мне понятно, что BMW, блядь, залупа. И Mercedes выглядит более презентабельно и более хорошо. Типа, я не знаю, BMW прям... Ну, какая-то хуйня для детей, мне кажется, малолетних. А если ты солидный человек, то, разумеется, ты возьмешь Мерседес. Возможно, я не прав. Но вот это лично, знаете, мое субъективное мнение, частное мнение. Имею право, как бы, вот так. В паблике самого популярного мобильного блогера мистера Аллена, появилась информация об... Блять... Какие пидорасы у вас сидят на этих редакторках, сука. О открытии, блять, когда следующая буква идет О, там об должно быть. Об открытии 8-го сервера, а не о открытии. Пиздец, блять, какие Рома Злобин, блять, ты как эти посты пишешь, сука? Кто у тебя их пишет-то, блять, ты что, проверить не можешь, блять, загуглить, как пишется, блять? Ну это ж даже, это, блядь, ты читаешь, это уже хуёво, а ты, блядь, это написал. Я не знаю, каким-то злым становлюсь, блядь. Мистер Алина, блядь, появилась информация о открытии, блядь, об открытии, сука, об, блядь. Пиздец, я хуею, блядь, я хуеваю, сука. Флинн Мобайл решили переделать зеленую зону. Теперь в ЗЗ можно драться только по разрешению. Отлично, то есть у них прям, знаете, все идет на такой какой-то, я не знаю, на добрую ноту, на семейную, чтобы ты мог зайти... Всей семьей поиграть, всей семьей там вот, знаете, пофаниться, все вот эти вот прочие вещи со всей своей семьей сделать, потому что там и админ начинает
начинает за тобой следить. Мы, по-моему, с этой новости начали, то, что если теперь тебя дэймят, а у тебя нет оружия, то админ за тобой начинает следить. И сейчас вот в зеленых зонах, ну, типа, по разрешению кого можно драться, опять-таки, не особо понятно, но они, видимо, идут по пути вот такого, знаете, пацифизма, когда никто никого на GTA-самбловских проектах на андроиде бить не будет. Надеюсь, опять-таки, что все эти фишки возьмут к себе на проекты, там, остальные люди, там, Arizona RP, Advance, Diamond, может быть, какие-то прочие вещи, я не знаю. Барвиха объявила об открытии 8-го сервера под названием Яковлевская, который будет открыт уже завтра в 5 часов. Ну, типа, Яковлевская, типа, знаете, Яковлев, полицейские с Рублевки, вот это вот вся прочая залупа, вот эта вся прочая хуйня. Ладно, сериал вроде классный, там первые два сезона я смотрел, вроде нормально, но вот остальное, я не знаю, может быть, там тоже неплохо, нормально, классно, не знаю. Работа доставщика еды на матрешке. Ничего удивительного, такое есть везде. Пропускаем. Барвиха заказала рекламу у Джои Спин. Блять, это же уже было, нет? Или там уже другой проект заказа? Что за пиздец? Меньше чем за 12 часов ролик набрал 200 тысяч просмотров. Там 300 было, блять. Еще один проект. Они еще одну рекламу заказали или что? Я не ебу уже, блять. Brilliant Roleplay дальше занимается завлечением аудитории с иных игр. Но если Among Us и PUBG Mobile еще можно сделать мероприятием, то какая будет компенсация игрокам танков? Танчиков. Ну и посмотрим пост. Лучшие из лучших в своей любимой игре. Мы приглашаем тебя стать лучшим у нас. Залетай к нам в паблик, изучай все. А если понравится, то залетай на открытие 19 декабря в 16 часов. Выбирай свою любимую игру. Among Us, Вот Блиц, PUBG Mobile. Ладно, все понятно, все хорошо, неплохо, круто, классно. На Mordor Roleplay вышло небольшое обновление клиента. Исправлена проблема с низким FPS и добавлена синхронизация прицепов, а также полноценная система актеров. Актеров типа как я или как вот, я не знаю, полицейский с Рублев, Яковлев, кто там в самом деле, Петров, я не знаю. Еще один вариант рулетки на Flynn Mobile. Тут типа тоже особо ничего не изменилось, зачем это вот как в отдельную какую-то касту, в отдельную какую-то стезю, ничего же не поменялось, типа та же самая рулетка, по-моему. И последняя новость на сегодня, я надеюсь, Ракета, ну это проект такой, показала интерьер казино. Наконец-то хоть что-то, а не головоломки. Ну типа... обычное казино, по-моему, там можно будет ставить на скачки. Причем, знаете ли, ставить на каких-то коней, это же букмекерская компания. А вот именно играть в каких-то там автоматы, все про это казино. Нужно уже как-то различать, наверное, типа вы же для кого проект делаете. Но ладно, это был такой, знаете, большой выпуск новостей, где я разобрал все новости за последнюю неделю, может быть за две, может быть за три. Я не знаю, насколько этот ролик получился, что вообще тут будет, что вообще тут не будет, что войдет сюда, что я вырежу, насколько ролик выйдет. Однако есть одно но. Спасибо, даже два но. Спасибо Кириллу Парфенову за спонсорскую подписку уровня Делорензи и спасибо Arizona RP за спонсорство в каждом видео. Видеоролике я напоминаю, что я играю на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится мой промокод NoToxic54. И там же в описании, это уже не относится к Arizona, но тем не менее, находится, знаете ли что, мой телеграм-канал. Заходите туда, подписывайтесь и делайте все прочие вещи именно там. Спасибо большое вам за просмотр. Если вам понравились вот такие вот большие выпуски новостей, а не вот эти вот, знаете ли, на 4, там на 3, на 5 минут, то, разумеется, поддерживайте это все лайком, либо дизлайком, если вам все это не понравилось. Пишите комментарии, вот там, я не знаю, ставьте колокольчик, либо отписывайтесь, либо переподписывайтесь, либо вот какие-то прочие вещи делайте. Я уже затянул с концом, но... пока. Все. До свидания. Пока.